Ну вот эта посылочка, которая пришла из Сингапура, она вот что из себя представляет. Это Maxi IP, IP2000, Made in China, Hotel.com. Здесь серийный номер и штрих-код какой-то. Давайте его будем вскрывать. То есть инструкции, как что подключать, я пока не вижу. Поэтому давайте аккуратненько его вскроем пополам. И, наверное, я начну отсюда. Кстати, пластмасса очень жесткая. Ну, я думаю, что она должна быть так подастся. Нет, не хотит. Что я мог вытащить? Все это дело. Вот, да, инструкция находится внутри. Рассказывать особенно ничего не будем. Сразу приступим к действиям. Давайте достанем наш свисток. Это нам уже не понадобится. Инструкция на английском языке. Вот, вот, кстати, здесь адрес, телефон и дилерские центры в Европе, Америке и так далее. Вот такой свисточек, отель. Я бы не сказал, что, в общем, он состоит из двух как бы частей. Белая часть и такая с синеватым оттенком, сероватая часть. Здесь крепление под звездочку находится, и вот под этими наклейками, то есть это наклейки. Давайте возьмем какой-нибудь телефон, скачаем приложение, зарегистрируемся на какой-нибудь email. Так, что у нас тут? Ну, по идее, этот Samsung должен подойти. У него самое последнее обновление вышло. Загружаем. Загружаем. Открываем. Настройки. Разрешаем. Устанавливаем. Открываем. Ну и сюда нужно email адрес какой-нибудь вдуть. Разрешить к мультимедиа файлу. Разрешаем. Включите Bluetooth, кричит. Разрешаем. То есть он нам предлагает всунуть в автомобиль свисток, включить Bluetooth. Но у нас этого нету. Ну, то есть машина у нас далеко, поэтому мы это сделаем с помощью наших девайсов. Так, быстренько организуем наши с вами подключения. Включаем нашу. Так, давайте посмотрим. 12 вольт, 300 миллиампер. 12 вольт. Есть. Вот так вот загорается наш девайс. 11,9, там у меня 12 вольт. Давайте кладем его сюда, чтобы было понятно все. Сейчас у нас дана марка EUBD и демо. Давайте их скачаем. Вот загорелся синим светом.
Значит, Bluetooth работает. Ну, сверху идет реклама в фотографиях. Сейчас у нас скачивание идет. Yes. Сейчас скачивается демо. 30 мегабайт демо и EVD22. Что тут у нас? Автоскан, автоскан, exchange. Начал моргать. Здесь мы видим, как проключается первый пин, третий пин, десятый даже. То есть прибор не может установить связь с блоком управления. Авто. Ну, можно записать то же самое. Он делает ту же самую операцию. Это по SAE EOD19 теперь известный протокол KL-линии 14230 KV2000. В этом режиме свисток потребляет 55 мА минус 15. Так, протоколы. То есть в отеле, видите, можно в отдельности выбрать протокол, отдельно выбрать, который вам надо. Так, выходим отсюда. Сервис. Oil Reset, TPMS, аккумулятор, ключи. И мне бы хотелось видеть это на русском языке все. А вот что-то кроме этого. Mail, Home, что-то не вижу. Пока не разобрался еще, как смотреть марки, покупать. Mini, Setting, Setting. English Unit, но... Мне посоветовали сделать запрос на все языки. English Unit, Metric Unit, About, Check for Updates, Unistal Vehicle Safari, Demo, EVD. Говорит, почитайте мануал. И как нам зайти вообще? Я вот хочу купить какую-нибудь марку. VCA Connection. Окей, это я не хочу, уже делал. Унистал софтвара в корзину. Не хочу заказать чего-то. А, регистр. Регистр. Надо зарегистрировать свисток. Видно вам? Нет. То есть он просит зарегистрировать свисток. Регистрируемся. Сюда вводим email, на который нам будет приходить всякая фигня. И ID-код. И теперь, как Autel обещал, то есть bind, 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 VCE, scan, разрешить, QR-коды, маленький. Где же ты, господи? Вот. То есть я зарегистрировался. Считал штрих-код вот этой, который на самом свистке. И нажимаю bind. И он мне предлагает проверить прошивку свистка. Давайте его вытащим отсюда. То есть я его сюда засунул, чтобы мне было легко сканировать. Давайте посмотрим прошивочку, как он у нас будет делать. То есть прошивка соответствует дате. И теперь он тут предлагает мне Climb for free. Audi предлагает, предлагает, ну, в общем, все марки, которые здесь указаны. А их, по-моему, как говорят ребята, 80 штук. Он мне предлагает выбрать во free. Ну, какую там из этих марок. Блин. Я возьму Mercedes все-таки. Посмотрим, как его расхваливали. Autel на Mercedes, Benz. 1 гигабайт. Солевак взять. Back to Mile. Сейчас пойдет скачиваться. Остальное предлагает покупать. Ну, пошел скачиваться.
пускай качаются. Мы можем переключиться на Wi-Fi. Ну, давайте скачаем этот сначала. То есть, получается, вам дается одна марка EUBD, и когда вы зарегистрируетесь, вы можете одну марку скачать бесплатно. Я в своем случае выбрал Mercedes. Можно тут покупать еще чего-то. Ну вот. Инсталляция уже почти заканчивается. Installed. Bentley. Возвращаемся назад. И вот у меня Benz теперь появился. Автоматический выбор. Считать ВИН-код. И ручной выбор. Что у нас тут есть? Класса. Дизель. Считывает ВИН-код. По КЛ-линии идет запросы. Не получается у него. Блоки управления. Привод, кузов, сиденье, кондиционер. Привод. Система дизельного впрыска Common Rail. Прибор не может, естественно. Добродетель, вон селектор, ЕЦМ. ESM модуль. ESM. Мы посмотрим, что делается до 2000. Этот левый дизель какой-нибудь. Опять пробует считать ВИН-код. Диагностика идет по КЛ-линии. Насчет языков я не знаю. Давайте уйдем отсюда. Все понятно с этим делом. Сбрасываем, да. Что еще интересно, через некоторое время свисток засыпает. Если посмотреть на амперметр, который потребляет, то он у меня спит. То есть я выключаю его. 20 миллиампер. И видите, я заново поменял питание. И он у меня включился на Bluetooth. 47 ампер. А так он 25, где-то 4 миллиампера в состоянии сна. Expiry date, бесконечно, expiry date, бесконечно, демо и EUBD. Expiry date на 21.19.07.28. То есть 28.07.2019 года. Значит, Mercedes-Benz у меня будет активен на 100 лет, что ли? Не совсем понятная дата. Я не знаю, вы видите. То есть Mercedes 21.19.07.28. То есть на 100 лет Mercedes дался. Сейчас инсталируется. Но он уже у меня закачивался и устанавливался.